роскошную рубашку с руками гейши, но вообще она как бы не моя. Пока у меня там мужчина работает, я у него переживаю вещи и записываю в них ролики. Как вам такая история? Я же не могу в одной и той же одежде быть, правильно? Вот приходится немножко подворовывать. Что такое-то, ну? А план-терминатор сегодня, потому что я третий ролик уже записываю, то есть это итого будет почти час. Я разговариваю на камеру, ну ничего, нормально. Напоминаю, что провожу парфюмерные консультации, текстовой аудио-видео формат, пожалуйста, обращайтесь, подписывайтесь в телеграм-канал, мы там обсуждаем много чего интересного. У нас каждый день парфюмерные переклички, узнаем много новых ароматов, которые вообще даже потом, господи, что это такое. Вот. Значит, друзья, сегодня выпуск у нас будет такой, кажется, тривиальный, на самом деле ни хрена. Так как впереди, точнее уже наступила весна, и время, когда все влюбляются, заводят новые отношения, и девушки там надевают свои лучшие платья, и у мужиков там член дымится уже, потому что, ну, весна это такое, у некоторых сперматоксикоз, просто реально, как подснежники вылазят и начинают написывать у них, потому что пень встал и все, и давай дымить. Весна, ну, новая жизнь, новые эти гормоны, я не знаю, как это писать. Поэтому я сегодня решила сделать для вас подборку из ванильных ароматов. А вот что самое интересное, вот, кстати, извините меня за мой прыщ, не знаю, вы увидите, вот у меня вскочил какой-то сегодня прыщ, он был маленький, а потом просто предательски раздулся на втором ролике. Ну, уже насрать, что поделать. Будем считать, что это родинка, да? Короче, значит, учитывая, что на парфюмерном рынке очень много ванильных ароматов, реально крутых ванильных ароматов, ну, блин, раз-два обчелся, я вам серьезно говорю, потому что вечно чем-то ее испоганят. Какая-то вот херня. Либо он не ванильный, а какой-то пердильный, и потом только ваниль выходит. То есть, ну, хочется какую-то красивую ваниль, которая будет тебя радовать. У меня что из ванильных ароматов? Это Tom Ford Metallic. Я его сюда тоже не взяла, потому что, ну, мне тяжеловато его в жару носить. Альдегидная ваниль, очень красивая, очень необычный, неизбитый. Body Chair Rouge Temptation, один из моих самых любимых ароматов, да. Кожа Белуги у меня есть, Guerlain. Винтажная ваниль, тоже с альдегидами, ну прям винтаж. А потом, значит, из ванильных, ваниль Absolue Mental у меня закончился, мне надоел, потому что 8 лет у меня был, но это просто уже, ну куда, задрал. Если вот брать прям такие, знаете, не тропический ванильный, да, а именно ванильный аромат, у меня их не так уж, кстати, и много, этих ароматов. Вот, поэтому, что я хотела вам сказать, поэтому сегодня будем разбирать те ароматы, которые я, ну, может быть, я вскользь упоминала и говорила, но я здесь добавила новиночек, которые у меня приехали от сайта Рандеву. И у меня сейчас еще приедет полноразмерка ванильного аромата. Я, кстати, не знаю, зачем его заказала. Ну нахрена мне 90 мл здесь аромата? Вот нахрена? Ну нет, вот жадность рай разгубила. Это про меня. Вот я его давно хотела, сейчас про него расскажу, что это за аромат. Кстати, вы знаете, вот есть люди, вот пишут мне: слушай, короче, я вообще влюбилась в аромат, просто не знаю, у меня там это, ну, соски встали, я не могу, хочу его, господи, пожалуйста, сделай мне доставку, там сидишь на сайте, короче, оформляешь доставку, она приходит в магазин, тестирует еще 50 ароматов, говорит: ой, и вот это ничего, ой, и вот это ничего, а потом: уфу, блин, блевать хочу, вообще никакой не нравится. Ты знаешь, я что-то подумала, что мне и тот не нужен. А ты сидишь, уже время потратил, и вот она тебе вот это пиздит, извините, пожалуйста. Моя эта практика шила пошла очень далеко, да? Но дико извиняюсь, но реально, люди пишут еще и пишут в Инстаграм, я там не могу ускорить сообщение, то есть это пиздец вообще просто двойной, троекратный, потому что, ладно, ты в этом, в WhatsApp можешь ускорить, ты можешь ускорить в Телеграме, но только не в Инстаграме, и пишут по минуте, по две, то есть минуту дробят на четыре, и ты сидишь вот это, слушаешь там боль человека, что он не может себе найти духи, наконец он нашел вот этот великолепный аромат, который он, не знаю, там просто с ума сходит, он тебе пишет: закажи мне его, я хочу его оформить, уже делаешь доставку, чтобы человек на это время не тратил. И тебе потом пишут: ой, ты знаешь, нет, что-то, наверное, к Эрмес вернусь своему. Дермес, да, правильно? Эрмес, да? И ты сидишь такой, думаешь: да пошла ты в жопу. Просто в пизду извиняюсь. Вот я сидела, слушала вот эту хуйню. Боль моя, понимаете, это так же, как вот телефонные звонки. Вот моя боль. Сидишь в Инстаграме, как бедная несчастная, как она хочет этот аромат, как этот классно на ней раскрылся. Аудио, я не могу ускорить. Выслушала уже, ладно, оформила заказ. Нет, но потом она все равно такая передумала. Да нахер вы мне упали? А потом говорит: а вот этот, если что, есть аромат? Да в жизни я больше не отвечу на это. Вот честно, вы тратите время человека, но вы определитесь вначале, потом мне пишите. У меня
пятница бесплатный день вопросов. То есть, пожалуйста, насаживайтесь мне уши. И то в пятницу в Инстаграме находятся люди, которые не могут написать мне в окно. Они пишут мне в личку, как будто они какие-то особенные. Есть окно с вопросами. Запиши туда твой вопрос, я его опубликую, отвечу на него. Нет, вот они мне пишут в личку, чтобы я им ответила. И вы что, надеетесь, что я вам отвечу? Я не буду отвечать, потому что все люди хотят получить ответ. Все мне пишут в окно, а вы такая мне в личку написали. Вот, поэтому с такими я тоже не связываюсь. И вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, что в любой работе, если кто-то начинает вам пиздеть, насаживаться на уши и пытаться, ну, забрать ваше время, и потом такой, а, нет, слушай, я перепутал, может быть, я, конечно, тоже так делаю, тварь такая, не знаю, что мне вот это прилетает. Но вот с такими не связывайтесь. Вот этот человек, не определившийся, он будет просто ебать мозг до потери пульса. Это же просто все, ужас, все. Практика шила, господи. Ладно, короче, значит, весна, время соблазнения, да, стоячих членов в деревне, стоячих членов у кого деревни, у кого мегаполис, мужчины просто открываются, хотят любви, так же, как женщины, кто там разрывает отношения, тоже задрали, по весне, кстати, очень многие расстаются, потому что весна, время новое солнце, и ты такой в одно утро просыпаешься, и думаешь, блядь, что за уебище рядом со мной лежит, думаешь, все, короче, пора с ним заканчивать. Вот, или наоборот, пора с ней заканчивать. Это весна. Весна — опасное время года вообще, аккуратней. Если вас что-то достало, вероятно, что вы в марте проснетесь, подумаешь, господи, все. Поэтому сегодня подборочка ванильных ароматов. Я думаю, что что-то вы из этого найдете. Здесь есть и шипровая ваниль, такая интересная, я подобрала. Я говорила уже о каких-то ароматах, но я не буду, конечно, тут сидеть, размусоливать все одно и то же, потому что на 500 раз говорить про ваниль Абсолют я не буду. Ну, не буду, понимаете? Я вот попробовала что-то новенькое, я вот сегодня это все помусолю. Помусолю, я это произносила еще, подумала, надо вам это говорить или нет. А мне кажется, мне пора проверить запись, потому что третий ролик уже час, ну, как бы хер знает. 13 айфон, выдержит он. Вот завтра, кстати, вот 8 марта. Был уже, кстати, сегодня этот ролик. Ну, неважно, или вчера он был. Короче, когда я выложила этот ролик, я не знаю. Я, помните, вам говорила, что, как думаете, если вам мужчина на 8 марта не подарил цветы, у вас есть мужчина? Я отвечаю, что нет. Поэтому, если вам мужчина на 8 марта не удосужился подарить цветы, пошлите его далеко нахуй, извините. Я сейчас начинаю злиться, потому что, блин, 8 марта, вот это начинает, не поздравляйте меня, я не люблю гендерные праздники, не нужно меня с ним поздравлять. Здесь дело не в том, что он гендерный, а просто это лишний повод сделать своей женщине приятно. Если этого нет желания, то пошел в жопу, вообще, нахуй надо. Сидят вот эту хуйню, разносят, извиняюсь, по интернету девушки. Я не поздравляйте меня с гендерными праздниками, так, ну, да кому-то усралась, извиняюсь. Никому-то не усралась своим этим просьбой, это лишний повод сделать тебе приятно. Я вообще, кстати, считаю, что на 8 марта мужчин должны женщины поздравлять. Не женщин, женщин. Но если вам очень, конечно, хочется. Мне кажется, что это все-таки праздник, когда мужик надрывает свою задницу так, что просто. У меня папа всегда говорил, я 8 марта, даже женщина, не ругаюсь. Вот она едет, она вот как овца себя повела, сейчас подрезала меня. Я вот просто спокойно еду. Уж у меня насколько вспыльчивый папа, но нет, он спокойный. Вот он с утра встает, едет за тюльпанами. То есть это вот такой прям сложный день для мужчин, конечно, сложный. Мне кажется, то, что он выходной, это вообще никак не спасает. Они, мне кажется, мужчины уже молятся, господи, сделайте этот день рабочим, чтобы я мог сослаться на то, что я работаю, что я не успела ей купить цветы, потому что я работаю. Или не надрывать свою жопу так, потому что я работаю. Потому что, мне кажется, женщины на 8 марта просто ждут что-то невероятное. Что-то невероятное! Ну, вот это невероятное, конечно, желательно, чтобы было не только на 8 марта. Да? Ладно, значит, короче, какой-то этот феминистический пост, этот начало какое-то такое, да? Я начну с аромата, который называется Arte Olfato Tuberose Ваниль. Я писала про него в своем телеграм-канале и хочу сказать, что это очень красивая туберозная ваниль. Здесь ни хрена не слышно туберозы, но очень почему-то я слышу здесь гурманику. Очень я слышу здесь ваниль. Для меня такой белоцветочный гурманский аромат, который я бы все-таки надела на вечер. Очень запоминающийся, очень яркий, отпечатывающийся. То есть не то, что нанес, забыл, нет. Но подустать, конечно, можно, да, белые цветы, жасмин, тубероза, гордения. Гордению я люблю, очень тонкая нота. Сандал, кедр. Сандал очень много здесь дает пудры, очень. То есть аромат густой, не дисперсный, но попробуйте. Я знаю, что многие такое любят, да, то есть как мужчина точно на это поведется, ну 100%, ну они очень любят ванильные ароматы, ну реально. Не надо им вот это вот все, пачули, земля, трюфель, это оставьте для чего-то модного, какого-то, не знаю, там, ебанут у кого-то вечеринки, где, я не знаю, будут все как трансвеститы ходить. Не надо. Мужчины, они такие вообще, они попроще. Попроще они любят все. Длинные волосы,
Любят они. Большинство мужиков любят все равно длинные волосы. Ванильные ароматы попроще. Уже такое приятное, понятное, понимаете? Вот, пожалуйста, аромат Initio Absolute Aphrodisiac, который я заказала себе 90 мл. Целый флакон. Даже не тестер взяла на рандеву, а просто ее мне нашли в коробке, понимаете, приехала. Чтобы прям вот я раскрыла. Куда мне эту коробку? Я ее выброшу. Но нет, мне нужно в коробке, понимаете? Касториум белые цветы, жасмин белый мускус, кожа амбра. Роскошное облако из очень дорогой ванили. Здесь очень дорогой ванили, ну реально. Ну как бы здесь, ну что врать я вам буду. Это очень красивый аромат, но здесь это уже другая история. Это уже не Арте Альфата, который сидит очень плотно. Это дисперсное облачко, легкое, распыленное, которое, может быть, вы даже на себе не будете слышать. Но член будет у кого-то рядом стоять, и он не будет понимать, что происходит. Потому что это вот, ну, это вот купол, тонко-дисперсный купол из ванили. Из очень дорогой ванили. Далее. А далее, моя любимая ваниль от Бодичей Руш Темтэшн. Господи, ход бы меня не посмотрела, подруга скажет, что ты всем советуешь этот аромат. Я надеялась, что ты никому не скажешь. А я вам скажу так, что эта ваниль мало кому нравится, мало кому она подходит. Но если она села, это секс. Там действительно дорогущий стручок ванили. Прям вот с такой легкой горчинкой. Белые цветы, жасмин, роза, бензоин, мускус. Очень дорогой аромат. Господи, он стойкий такой, я не знаю. Он переживет говно мамонта. Я вам серьезно говорю. Это просто, это сверх. Это сверх. Очень классный. Я очень люблю эту ваниль. Вот как ни крути. Но она мало на кого садится. Но попробуйте. Его часто сравнивают с этим. Attar Collection Crystal Lafourche. Там не тот мускус. Там мускус вот терензевский. Здесь мускус пузика-косика. Белый, уходовый, очень дорогой аромат, очень дорогой ванили. Пожалуйста, Rouge Temptation. Значит, Marie de Medicis Douce Parfumé Français. Извините, пожалуйста, у меня урок французского, я ничего не могу с этим поделать. Мне подписчица написала, она мне постоянно пишет произношение правильно. Но когда я уже выпущу ролик, потому что когда я сажусь писать ролик, я не знаю, о чем я буду говорить. Вот меня многие, кстати, спрашивают, как вы пишете ролики? А вот вы же, наверное, составляете какой-то, ну, как бы неебический контент-план. Нет, да вообще нет. Вот накидала вот скелет за 2 минуты. Пошла писать. Пошла! Вот это, пошла, бедра. Сразу вот мне вспоминается вот этот фильм, служебный роман. Пошла, пошла. Вот это про меня. Так я пишу ролики, потому что если я буду сидеть, не знаю, ковыряться в своей жопе, думать, как мне это записать, составлять этот скелет, я просто нихера не запишу, потому что я упаду в свою депрессию, о, бля, мир нереален, а, еще какая-то преисполненная, понимаете, зависну там и буду там сидеть страдать, понимаете, сишки курить, образно. А я пишу вот так вот ролики, под жопу все села, написала план за 2 минуты и пошла, пошла, дорогая. Бля, просто что с ним за 3-й ролик, обожаю. Вот вроде план Терминатор, должна устать. Не, нихера, давай, хреначим дальше. 2 миллиона мне надо подписок. Что я должна для этого сделать? Сиськи не работают, даже не предлагайте. Значит, Мария Медичи, Мария де Медичи, 12 парфюмеров, простите, пожалуйста. Господи! Мне кажется, меня слушает вся вилла. Ну, это, конечно, моя эксцентрическая личность такая сидит, думаешь, и она кому-то там нужна. Никто меня не слушает. Все сидят, работают и думают, бля, что за дура там орет на 3-м этаже, на 2-м. Короче, значит, Мария де Медичи. Медичи. Это другая. Я сегодня... Вот она. Значит, 12 парфюмеров Марии Медичи, да, вот эта кровожадная тварь. Не знаю, ну, наверное, они такое носили, чтобы, не знаю, как-то соблазнить того, кого они сегодня отравят, это 100%. Это 100%, потому что когда ты пахнешь молоком с ванилью, никто не подумает, что ты какая-то мразь, у которой там ртуть за спиной, которая она может отравить. Я сегодня его нанесла. Конечно, он примитивненький, он простоватый, он ну прям совсем здесь молоко, мед, боярышник, роза, карамель, ваниль, мускус. Но мускус здесь вот пузико котика тоже. Очень гурманский, очень понятный, очень сексуальный, очень ванильный аромат. Я ничего плохого про него не могу сказать, вы от него устанете. Он вас задолбет. Просто подумаешь, господи, как достала эта ваниль. Но когда хочется вот этой вот простой, понятной истории, это сюда. Классно. И он, знаете, очень мягко раскрывается в жару. Потому что такое появляется, мне кажется, это надо боярышника. Она так разбавляет очень красиво аромат. И это прям секси звучит. Прям секси. Да. Дальше, значит, Мистио Ваниль от... Ну, я сейчас буду смотреть опять перевод, потому что... Мистио Ваниль, Le Sœur de Noé. Мне нужно перевести, я должна сегодня блистать просто своим французским языком, считаю. Сейчас.
No way. Мне кажется, Google переводчик хуже читать, чем я, честно вам отвечаю. Просто я вот это вот читаю каждый раз, что она мне переводит. Я думаю, господи, что это за уродский язык? Как бы я не знаю. Les sœurs de nuit. Les sœurs de nuit. Все, наконец-то мы понятно произнесли. Les sœurs de nuit, мистер Ваниль. Все, вот все. Значит, я его нанесла на руку. Я, блин, очень много здесь пудры. Ну, просто усраться, извиняюсь. И при том, что это вот дает вот этот вот высушенная древесина-плавник. Очень спорная нота. Она тоже есть в каком-то аромате, по-моему, в Том Форде, кстати. В Томе Форде. Пардон. Где-то вот этот вот высушенный плавник, значит, есть, он меня тоже где-то очень сильно напрягал. И вот здесь на старте этот аромат меня тоже напрягал, вот прям капец. А сейчас он мне нравится, потому что он какой-то мягенький стал, потому что здесь вот это тоже белый мускус, и, видимо, он не дешманский. Здесь реально тоже вот как пузико косика. Вначале очень много пудры, очень. Бергамот, амбрета, фрезия, сирень, ванильная орхидея, ваниль, мускус, древесина. Но потом что-то случается. Очень приятно. То есть вот цветочный, мускусный, пудровый аромат тоже можете попробовать. Конечно, это унисекс заявляют, но все-таки... Кстати, вы знали, что раньше вообще не было подразделения унисекс, секс, то есть вот это вот вообще мужской, женский не было. Это все вонючий маркетинг. Прекрасно вонючий маркетинг, да, потому что Кельвин Клейн, по-моему, впервые ввел унисекс аромат. Да, мне вот скинули статью, у меня, естественно, не работает WhatsApp сейчас, очень вовремя. А мне просто впадло его открыть, понимаете? Вот, и как раз-таки, да, все это маркетинг. То есть, пожалуйста, мужчины, если вы любите звучать выглаженными хлопковыми пудровыми труханами женщины, пожалуйста, никто вас в этом, я считаю, не может ограничить. Ну, не может. Как Саша Шпаков, да, вот это вставленные в жопу импланты, ногти. Кто его ограничит? Никто, молодец. Я считаю, что он просто молодец. Он делал то, что он хотел. Ну, вытащил же потом. Ну, короче, ладно, не будем никого обсуждать, потому что это плохая. Это опять у меня практика шила идет в унитаз полетела просто. Дальше, значит, ванила бленд, зелинский розен, чистая ваниль. В составе очень пудровый аромат. Очень красивый он на блондинках с натуральными волосами. Вот этот блондинки натуральный с голубыми глазами. Роскошно. Особенно, если немножко вспотели в клубе, танцевали. Это крышеснос. Это просто. Она ко мне подошла, когда у меня был диджей-сет, девушка ко мне подошла, натуральные блондинистые волосы, голубые глаза. Я говорю, господи, чем ты звучишь? Ванила бленд. Я купила, ну, обливаться. Это вообще не моя история. Но кому подойдет, роскошно. За 4000 рублей или сколько стоит там Зелинский, вы получите просто стойкость, шлейф, секс во флаконе. Не знаю, все члены ваши будут. Все члены. Вам отвечаю просто. Ну, как бы не в прямом смысле, но просто все к вам подойдут, потому что он очень сексуальный, очень. Дальше, значит, вот шипровая ваниль, которую я очень рекомендую, роскошная база Maison Courjean Grand Soir, да? Великий вечер, бабы танка, лаванда, бензин, амбра, лабданум. Мужчины, это все ароматы эти, унисекс, здесь для женщин, то есть, может быть, вы нетрадиционной ориентации, вам тоже это подойдет. Либо вы просто любите ванильные ароматы, пожалуйста, то есть, ну, женщины тоже ваниль на мужчинах любят. Вы что думаете, только на женщинах? Нет. Женщины тоже вообще, в принципе, примитивны. Им попонятней. Не надо им мозг делать. Значит, Grand Soir, да, Бабы Танка, лаванда, бензин. Бензоин, амбра, лабданум. И ваниль, естественно. Очень красиво здесь смолистая ваниль. Но есть в этом аромате шипровость. И этот аромат я вижу и на женщинах, и на мужчинах. Поэтому спокойно можете носить и те, и другие. Он незабываемый. Это очень красивый аромат. Он неизъезженный, он не популярный. Сделаем его популярным. Естественно, потом никому не упадет, потому что он всех задолбет. Но пока он не популярный, носите его. Это очень красивая, шипровая, смолистая нарядная ваниль. Понятно? И последний Noir Extreme. Noir Extreme Tom Ford. Считается, что он мужской. Ну, ни хрена подобного. Ну, спокойно его можно носить женщине. Ну, что здесь такого страшного? Кардамон, мускатный орех, шафран. Обосраться. Кого вы испугали вот этим? Вот, парагон, инитио. Охренеть. Вот, ну, абсолютно мужская история. Ну, для женщин, ну, просто с ума сходят по этому аромату, носят. Поэтому что... Какой-то, почему для мужчин? Здесь ничего страшного нет. Кто шафран не носил? Великолепный Фрэнсис Курджан, Баккара 540, шафранище. Не роли мандарин, обосраться, только мужская нота.
кульфии. Кульфи, наверное, это цветок розы, цветок апельсина, мастиковое дерево, жасмин, ваниль, амбра, древесные ноты, сандал. Ничего страшного для женщины здесь нет. Очень тонкая пудровая ваниль, которая реально секс. Ну, классный аромат, очень красивый. И на мужчинах он шикарно звучит. Прям шикарно. Ну, шикарно. Все, и все разное здесь, понимаете? Вот все я вам здесь посоветовала разное. И шипровое, и это, пудровое, и съедобное. Хотя что здесь? Ну, Мария Медичи, хорошо. Мария де Медичи, она действительно съедобная, потому что карамель с молоком, что, спокойно. Гурманский аромат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Достаточно. Восемь ароматов новых ванильных, которые я вот мало освещала или как-то так, может, вам не понравилось, я не знаю. Попробуйте из этих вот посмотреть. Потому что я говорю, ванильных ароматов много, но вот такую хорошую, добротную ваниль найти очень сложно. Поэтому, возможно, из этих восьми вы что-то найдете свое. Аромат дня у меня, так как третий ролик, это Фредерик Маль, Портрет оф э Леди, я не знаю, куда мне от него деться. Это просто... Это каторга для меня сейчас, честно говорю, потому что, ну, он роскошный, но не для меня. Но я вам сказала, что это не я, это не мое, и я не ошиблась. Вот еще раз я себе навру, понимаете, пиздеть не мешки ворочать. Наврала себе и страдаю. Ну, а так всегда по жизни, знаете, если вы будете врать себе, вы всегда все знаете наперед. Если будете врать себе, вы будете всегда страдать. Добрый вечер просто. Все, мои дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео. Подписывайтесь в телеграм-канал. Ссылку на свои... Тьфу! Ссылку на сайт Рандеву я прикреплю. Свой удивительный, великолепный промокод на 10% скидку тоже прикреплю. Ни в чем себе не отказывайте. Все, мои дорогие, это все. Достаточно. Всех люблю, всех целую. Всем пока.